Помню, во времена советской власти многие интеллигенты, чувствуя отвращение к тогдашней жизни, уезжали в деревню. Это был такой своеобразный эскапизм, когда выбрасывался телевизор, растаптывалась ногами радиоточка, если вы еще помните, что это такое, и далее было просто сидение перед домом на лавочке, чтение литературных журналов, под пиво водочку, ловля пескарей в местном захламленном пруду и несложное копание в клумбе под окнами дома. Теперь все изменилось. Те, кому противен путинский режим, просто валят из страны. Подробно изучая интернет, в котором доходчиво описано, где легче получить вид на жительство, а потом и гражданство. Государство обычно весьма строги соискателям. Сначала получаешь какой-то вид на жительство, а потом часто, через много лет, получаешь и само гражданство, если получаешь. Причем, хоть ты там звезда-перезвезда, порядок везде один. Бывает, что президент дает гражданство своим личным указом, тогда все получается за пару дней. Но подобный соискатель должен что-то такое сделать для этой страны, чтобы было понятно, за что дали сразу гражданство. Это какие-то невероятные заслуги, но и это важно именно для этой страны. И я вполне понимаю Путина, который жалует гражданство всяким звездам, которые жизнь положили ради России. К примеру, боец Монсон, он до российского гражданства получил гражданство ДНР, так что вполне понятно, почему он отныне гражданин России. Депардье. Тут тоже все ясно. Там были обещания усеять Крым виноградниками, потом, правда, все рухнуло, где этот Депардье и виноградники, никому не известно. Стивен Сигал, видимо, тоже получил гражданство за какие-то важные действия во благо России. Какие точно никто сказать не может, но это не важно. Главное, получил. И вот теперь любовью к российскому гражданству воспылал Марадонна. Это подтвердил Мутко. Героические действия Марадонны на благо России знает каждый россиянин с детства, так что скоро коренной россиянин Марадонна получит свою паспортину. Далее я не буду комментировать все это, лишь напомню, как получают гражданство США. Вначале ты, наняв специального адвоката и потратив кучу денег, заполняешь бумаги, доказывающие твою значимость как специалиста, профессия которого может пригодиться в Америке. Эти бумаги изучают. Если все в порядке, то ты получаешь грин-карту. С ней ты можешь жить и работать в Америке. Но если ты хочешь стать именно гражданином США, то ты должен пребывать на территории США более 5 лет. При этом важно платить налоги, иметь домашний адрес. Далее ты должен сдать экзамен, включающий знания истории и устройства Соединенных Штатов, уметь объясняться по-английски. Потом, если ты сдал этот экзамен, то принимаешь присягу. А потом уже паспорт гражданина. О чем я, собственно, говорю? О цене страны и гражданства. Россия и Америка примерно равны по территории, но цена у стран разная, если смотреть на гражданство. Матвей Ганопольский.